Всем привет! В данном видеоролике покажу ботанический сад в Серафимове. Вот это гранатное дерево. А здесь расположены кактусы и суккуленты, которые на продаже. Вот это место они называют «Маленькая Мексика». Мирта. А вот юка. Вот такими цветками она цветет. А вот это цитрусовые деревья. Зимой они здесь все накрывают. Угу. А вот это дерево гинку белоба. А вот и маленькие гинку.
вот это киви. Вот как киви цветет. Вот это тоже киви. А здесь находится коллекция кактусов. Когато се гледат в стайни условия, поливат се тогава, когато почвата сексета засъхне. Erst wenn der Topf trocknet, der dann müssen sie gegossen werden. Така, през зимата не се поливат. Im Winter auf keinen Fall gießen. Задължително от октомври до април никакво поливане. Von Oktober bis April keinen Fall gießen. Auf keinen Fall. Всичко това им помага, нали, да растат нормално. Зимният период е сериозна почивка. Wenn Sie hier in die Pause kommen, dann...